Нашего сегодняшнего героя зовут принц. Когда песик попал в приют от гуманного общества Махока Хадсона в Нью-Йорке, он трясся от страха. Раньше питомец принадлежал молодому парню, но однажды он больше не смог заботиться о животном. Пес переехал к девушке-юноше, но и там прожил недолго. Питомец рванул поводок во время очередной прогулки, а потом убежал в неизвестном направлении. Спустя какое-то время принц попал под отлов и оказался в приюте. Конечно, волонтеры связались с девушкой, сказав, что нашли ее пса, но она так и не вернулась, чтобы забрать собаку, хотя и пообещала. Принц был очень напуган. Наверное, какой-то эпизод в его прошлом оставил неизгладимый след в душе животного. Сотрудникам приюта казалось, что малыш боится абсолютно всего. Принцу понадобилось очень много времени, чтобы довериться людям. Когда кто-то проходил мимо его конуры, он сжимался от страха и дрожа прятался в угол. Спустя какое-то время сотрудники приюта придумали, как помочь питомцу. Оказалось, что принцу очень нравится, когда его укутывает в одеяло перед сном. Наверное, так он чувствовал себя в безопасности. Персонал приюта стал по очереди укладывать песика спать, укутывая его теплыми одеялками. И ему явно это нравится. Постепенно сердце пса стало оттаивать. Ему понравилось обниматься с людьми, и он стал ждать того момента, когда кто-то навестит его, принеся одеяло и подарив порцию обнимашек. Только одно смущает сотрудников приюта. Для столь ласкового пса до сих пор не нашелся хозяин. Увы, но пес плохо реагирует на посторонних. Когда кто-то проходит мимо его конуры, он начинает лаять. Но сейчас, когда он получает столько ласки от персонала, он стал менее агрессивным при встрече с незнакомцами. Волонтеры все еще надеются, что принц вскоре уедет в свой новый дом. Питомец – простой умный пес, который приучен к поводку и легко обучаем. Надеемся, что ему совсем скоро улыбнется удача, и кто-то заберет его домой. Поскорее бы это случилось. Успехов тебе, принц! Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.